Всем привет, вы на канале Makita PT. И да, друзья, вы не ошиблись. Вы видите на столе универсальный компактный инструмент серии CXT. Перфоратор для ударного и безударного сверления в любом материале Makita HR166D. То есть не только в бетоне, но также в металле и в дереве. Им же можно сверлить пластмассу и даже керамику. Рассматривая комплектацию Z, мы видим, что в состав входит глубиномер пластмассовый. На нем выгравированы сантиметры. Мы видим 24 сантиметра. Рукоятка обрезиненная. Вот документы. И перфоратор. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует дополнительного обслуживания. Рукоятку закрутили, но сперва надо было вставить глубиномер. Перфоратор работает от одного аккумулятора CXT. Скорость его до 680 оборотов в минуту, а ударов он совершает до 4800 в минуту. Все это регулируется силой нажатия на триггерный переключатель. А вот у нас и функция реверса, которая блокирует курок, находясь в промежуточном положении. Сверлит отверстия в бетоне до 16 мм, в металле до 10 мм и в дереве до 13 мм. Энергия удара весьма приличная для такого зверя, 1,1 джоуля. Патрон SDS Plus позволяет менять насадку одним движением. Оттягиваем муфту, вытаскиваем насадку. Для работы в слабо освещенных местах предусмотрена подсветка рабочей зоны, которая гаснет через 10 секунд после отжатия. Есть у него также расцепляющая муфта, которая нейтрализует удар при заклинивании бура. Длина, ширина, высота перфоратора 250 на 74 на 187 мм. Весьма надежное удержание за счет D-образной основной и дополнительной боковой рукоятки, которую, кстати говоря, можно поставить в любом положении. Работать можно хоть одной рукой. Удобно работать с потолком. Это, конечно же, не без учета его маленького веса, всего 2 килограмма, без аккумулятора 1,8 кг. Произведен данный перфоратор в Китае. Приобрести перфоратор вы можете на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Если данное видео принесло вам пользу, подписывайтесь на наш канал, ставьте этому видео лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие обзоры. Сверлит отверстия в бетоне до 16 мм, в стали, сели в стали, в металле так уж и быть до 10 мм и в дереве до 13 мм.